В республике реализуется инвестиционный проект по созданию агропарка «Чувашия-Сычуань». Животноводческий комплекс и завод по переработке молока должны появиться на территории республики в ближайшие 3 года. На какой сейчас стадии реализация проекта, узнавала наша съемочная группа. Агропарк получит прописку в 2 районах – в Маргаушском и в Порецком. Около деревни Фриткасе работы уже начались. Здесь планируют построить молокозавод. Трактор, бурмашины приехал, бурят, столбы ставят. Информации о новом строительстве пока не так уж много. Известно, что площадь участка 41 гектар. Местные жители в сельском поселении опасаются, что реализация этого проекта, большого масштаба проекта, отразится неблагополучно на экологической обстановке. С точки зрения экологии все под контролем. Все защитные зоны, они соблюдаются. И никакого вреда там нет. Проект будет проходить экспертизу. И никаких сомнений там, если будет строиться там же, быть не должно. Кроме этого, сегодня мы предложили еще 2 варианта решения вопроса. В ближайшее время стороны должны подумать, и сторона китайская должна подумать, дать ответ. Сейчас решается вопрос перевода земли в категорию специального назначения. Перевод предполагает публичное слушание, перевод предполагает решение депутатов сельских поселений и так далее. А вот в Порецком районе все вопросы решены. Здесь подрядчики уже приступили к работам. Выкорчевывают деревья под пашни. Земельный участок в 5000 гектаров китайские инвесторы арендовали на 25 лет. Здесь планируют построить животноводческий комплекс, на полях высадить кормовые культуры. Мы применим самые передовые технологии оборудования из Европы и Китая для строительства ферм и заводов. Это имеет большое значение не только для нашей корпорации, но и для местных жителей. Строительство позволит создать 200-250 рабочих мест для населения района. Ну, проблемы какие были, что не было наличия рабочих мест. Надеемся, что вот с данным проектором, с проектом будут обеспечены наши мужчины, в первую очередь, рабочими местами. Когда будут обрабатываться поля, будет улучшаться инфраструктура. Общая сумма инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей. Срок реализации – 3 года. Создание агропарка «Чувашия и Сычуань» – это результат успешного сотрудничества нашей республики и одной из китайских провинций. Люди в Чувашии очень добрые, пейзаж очень красивый, и самое главное, у вас хорошая экология. Это важная основа для развития сельского хозяйства.